Всем привет, друзья! Это первое видео с GoPro, первый обзор с GoPro. Мы с вами сегодня находимся в Гаршинге. Гаршинг находится на севере Мюнхена. Вот. Я здесь живу, ребят. Вот здесь вот, если вы видите, очень красивый отель позади меня. Давайте направимся к метро, к центру города. Значит, что хочется сказать мне про Гаршинг? То, что в этом году у него юбилей. Гаршингу, ну, если по-русски, на русский манер говорить, Гаршинг. Гаршингу исполняется 1100 лет. Да. Довольно-таки довольно старый город. И тут очень мне нравится. Красивые дома, своеобразная архитектура. Вот, особенно я сейчас вам постараюсь показать отель в центре города. Под старину выполненный такой отельчик. Да, это не баварский, скорее всего, стиль, но Европой пахнет, так сказать. Вот, посмотрите, друзья, прикольно выглядит. Давайте, может, поближе подойдем на секунду. Посмотрите, какая красота. Да, я думаю, кстати, что здесь дорого довольно-таки снимать номер, если честно, без понятия. Если кому будет интересно, напишите в комментариях, я посмотрю цену за ночь. Так, а мы сейчас, как я уже сказал, идем к метро. Что еще хочется мне интересно про него сказать? Где-то месяца полтора назад здесь был парад, посвященный как раз-таки юбилею города. И я заснял небольшую часть этого парада. Здесь такой был костюмированное такое шествие. Значит, люди, они шли в одну линию, все разодетые в костюмы по периодам времени, которые вообще были. По-моему, я начал смотреть там с 1700-х годов, если не ошибаюсь. Я сейчас монтирую видео, вы сейчас посмотрите. А вот мы пока идем. Здесь находится такая вот школа боевых искусств, единоборств. Очень много кафешек всяких в центре, небольших. Такой маленький городок на краю Мюнхена. В принципе, это как часть Мюнхена. Просто дело в том, что станция метро на линии У6, предпоследняя станция метро, это как раз-таки и есть Гаршинг. После нее идет уже только исследовательский центр, Форшунгсцентрум Гаршинга. Там находится университет, технический университет Мюнхена. Вот. А мы тем временем приближаемся к центру. И вот уже здесь мы видим ведомство по делам иностранцев, что ли, так сказать. Ну, я не знаю, по крайней мере, когда я приехал сюда, первое, что я сделал, мне нужно было зарегистрироваться в этом городе, что я здесь прописался. Вот так вот, друзья, выглядят красивые домики. Довольно зеленый город. Очень такой приятный, на мой взгляд, тихий, спокойный городок. Здесь мы видим Крайсберг-Спаркассе. Это один из главных банков Германии, который называется Шпаркас. В переводе на русский язык это значит сберегательная касса, в принципе, как наш Сбербанк. Да, раньше тоже был Сберкассой. Вот здесь вот, посмотрите, находится центральная библиотека. Вернее, один из ее входов. И вот мы видим, какие тут дома. Своеобразные фонтаны. Фонтан на самом деле довольно своеобразный в Германии. Вот. Посмотрите только на это творение. Даже не знаю, что про это сказать. Но довольно мило. Идем дальше. Мне здесь очень нравится, повторюсь.
Летом здесь, ну и не только летом, в принципе, почему летом? Здесь можно посидеть, попить пивка, съесть мороженое. Очень много отелей. Здесь вот, допустим, находится отель короля Людвига II, принца Баварского. Вот он. Ну и как я уже, по-моему, говорил, немцы – это нация велосипедистов. И куда же здесь без велосипедной парковки? Она около первого входа метро и около второго. В принципе, везде, где ни попадя, мы можем найти велосипед. Вот, полицейская машина проехала только что. А сейчас мы выйдем, мы уже вышли в самый центр города. Я вам постараюсь показать, как здесь что выглядит. Мы стоим рядом с входом в метро. Вернее, лифтом. Сам вход метро находится с вот этой вот стороны. Посмотрите, друзья. А рядом индийский ресторан. Я не знаю, что тут забыли полицейские. Без понятия. Вот такой вот интересный фонтанчик здесь располагается. Видите, да? Вот это вот то ли гуси, то ли утки. Ну, походу дела, это гуси. Лебеди. Лебеди, друзья. На Гарфинском озере очень много лебедей. Вот. Сейчас посмотрите, вот здесь вот часовня. В Гарфинге она самая большая. Здесь еще есть пару церквей. Снова гостиница. Гастхолл. Гостевой дом. Вот какие красоты здесь, друзья. Это север Мюнхена, город Гарфинг. А сейчас вашему вниманию я предлагаю парад, посвященный юбилею. Смотрим, наслаждаемся, ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.
Детям кидают конфетки. Мадам Шипокляк. Алло! Сервус! Пожарник, вернее, пожарный.
это 2015 год. И сзади обязательно не отложка. Видимо, солнечный удар. Сегодня очень жарко, около 36 градусов.